Успехи спортсменов Чашнинской спортивной школы на слуху. Ребята становятся чемпионами и призерами соревнований различного уровня, причем регулярно. В основе достижений упорство, трудолюбие, талант воспитанников и, безусловно, их тренеров. Работаю в спортивной школе с 1973 года. За это время подготовил не одну плеяду хороших спортсменов, которые были призерами, победителями республиканских соревнований, международных соревнований. Ну и с года в год мои воспитанники защищают честь области и республики на всевозможных соревнованиях. Занимаюсь с юными легкоатлетами. В этом году на республиканской спартакиаде среди спортивных школ. Старшим возрастом мы заняли первое место среди спортивных школ Республики Беларусь. Средним возрастом третье место среди районов США. И также вошли в десятку сильнейших команд Республики Беларусь среди всех. В копилке наших легкоатлетов из ДЮ США еще две медали в первенстве области по легкой атлетике в метании копья и метании диска. На Олимпийских днях молодежи по легкой атлетике, которые проходили в Витебске, юная чешничанка Анастасия Воронова вместе со своим тренером отстаивала честь района на областных соревнованиях. Результат не заставил себя ждать. В метании диска Анастасия заняла первое место. Ставку на юную спортсменку тренер сделал давно. Она становилась победителем в данной дисциплине неоднократно. Воронова Настя занимается 4 года метанием диска. Спортом Настя стала увлекаться с 12 лет. Пробовала себя в различных видах – в беге, прыжках, а затем и метании диска. В свое время Александр Данилович Бурец приметил потенциал юной метательницы и направил его в нужное русло. Участвовала в соревнованиях, была победительницей метания диска. Благодаря ежедневным тренировкам я достигаю хороших результатов. 4-5 июня прошли очередные областные соревнования по легкой атлетике в городе Витебске на базе центрального спортивного комплекса. И здесь наши в числе победителей. Анастасия Шемит стала лучшей в метании копья. Девочка занимается семиборьем. Систематические занятия дисциплинируют. Она планирует связать свою жизнь с большим спортом. Занимаюсь многоборьем, но больше увлекаюсь копьем и тройным прыжком. Хочу связать свою жизнь со спортом. Шемит Анастасия тоже неоднократно была призером и победителем в тройном прыжке и в метании копья. И уже первые шаги сделаны. Ей поступило предложение продолжить обучение в Витебском государственном училище Олимпийского резерва. Сейчас она член сборной Витебской области для участия в республиканской спартакиаде школьников в метании копья. Соревнования пройдут уже совсем скоро, в конце июня, в городе Минске. С Александром Даниловичем определили программу подготовки, ведь это шанс, который упустить нельзя. Мы очень благодарны нашему тренеру Александру Даниловичу за то, что он поддерживает нас в трудную минуту, когда у нас что-то не получается, мотивирует нас, развивает наши способности. Рады, что у нас в нашем районе есть такая спортивная школа, где можно прийти и показать, ну, на что-то способен. Всех желающих, которые хотят заниматься, мы приглашаем Чашнинскую до США и с 1 сентября просим проводить свои занятия. Пожелаем всем нашим юным спортсменам уверенности, удачи и побед. Пусть будут их мечты.